нужна всего одна машинка. Так, сначала мы снимаем волосы с височной зоны. Насадка тройка. Вот на этом месте, на месте, где заканчивается наш срез машинкой, можно сделать тушевку, а можно тушевку и не делать. Так тоже смотрится красиво. Сейчас снимаем насадку и, перевернув машинку, делаем хайер-тату. Хайер-тату несложная, всего две параллельные полосочки. Все, с одной стороны модная стрижка у нас готова. Сейчас то же самое мы повторяем со второй стороны. Так, на височной зоне насадка тройка. Снимаем волосы. Повторяю, в этом месте можно сделать тушевку, а можно и не делать, красиво и так. Выключаем машинку, снимаем насадку, поворачиваем машинку вниз, включаем. Ну, посмотрим, чтобы было одинаково, расческой определим, вот таким образом. Вторая полосочка. Все, прическа готова.